Мама, спасибо, что помогла с уроками. Я очень ценю твою помощь и поддержку. Ты не представляешь, как сильно я тебя люблю. Это так здорово, что это взаимно. Теперь стоит признаться, что ты разбила вазу. Или это сделаю я. Костя Каркозов, 11 лет. Я не люблю, когда мне заставляют протирать машину. Больше не люблю, когда мусор валяется. И не люблю, когда стоят двойки. И моя самая нелюбимая еда – это роллы с огурцом. Вот не люблю их. И больше всего я не люблю не люблю мякоть, какая из игрушек выпадает, эти пушинки. Вот они летают по дому, летают, ты их везде найдешь. Я не люблю, когда вижу людей, какие мне грубят. Не люблю, когда на меня кричат, не люблю, когда меня отвлекают, и не люблю ехать на английский. Ну, на этом все. Всем пока-пока!